Ты должен с ней поговорить. Она опять всю ночь шлялась. У нее любовь. Любовь? Это прекрасно. Ну да, конечно, это прекрасно. Только ты подумай, чем это кончится. Кожа. Что? Ну что, она уже встала? Угу. Это какой-то кошмар. Я каждое утро трачу по часу на то, чтобы разбудить Зоську в школу. Слава богу, сегодня последний звонок. Надо будет решить, что мы будем делать летом. Но пока Зоська здесь, сдает экзамен, естественно, мы тоже здесь. А потом хорошо бы в Сочи поехать, отдохнуть. Надо будет списаться, чтобы оставили ту же комнату, что в прошлом году. Я так выдохнулась, так устала. Мальчик и девочка в выпускном классе любили друг друга. Девочка забеременела, мальчик вскоре женился на другой. Является ли ваше желание вступить в брак взаимным, искренним и свободным? Невеста, ответьте. Да. Жених, ответьте. Да. С вашего обоюдного согласия, которое вы выразили в присутствии ваших свидетелей и гостей, брак между вами регистрируется. Елена Цыплакова, Юрий Соломин, Евгения Симонова в фильме «Школьный вальс». 19 мая в 21:00 на телеканале «Апрель Медиа».